закатывается. Посмотрим, вот как паркуются вот такие вот кабанчики. Так же легко, как мы, скорее всего. Нормально, профессор. Конечно, кабина очень серьезная. Ребята, это к слову, вы же просили побольше заснять этого трака. Он сейчас еще задавит меня. Вот он, заснимаю. В движении. Автобокс экспресс. Красивая сцепка, конечно. Черный трейлер с белой кабиной, очень круто. Пойдем. Поможем, чтобы сзади бордюр не уперся, потому что такие бордюры, что капец. Высокие можно оторвать. Все, что есть. Правда, уже помято. Где-то уже упирался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушай, ну ты намыл его. Намыл, красота. Слушай, ты вообще не длиннее, чем этот чувак. Я в шоке, как так может быть? У тебя длина такая же, в принципе, почти как у нас. Да. Вау. Поехали, поедим. Хоть сколько жрать, ты что, гонишь что-то? Да, посмотрю еще сбоку. Смотрите, хотел сказать за длину, да, вот кажется, что длинная машина. Типа, ну, насколько ты длиннее, чем он, да? На кабину? Фитов на 5, наверное, да? Че, пацаны, полный обзор? Ну да. Ты же показал? Блин, ну что ж ты, хоть бы подъехал куда-то в другое место слил, взял тут прям слил. Ну, ну че ты так, а? Нормально. Слушай, давай внутряночку еще покажем детально. Просили ребята посмотреть. Свет там включи. Детально. Так, свет тут. Вот это, да? Угу. Слушай, у тебя тут пахнет как в церкви. Это я уже второй раз говорю, да? Да, но я святой. Ты свечки жжешь здесь. Это... Так, ребят. Барашек покрути. Детальный, короче, барашек вам обзор. Покрути, вон там. Вон, где? Вон барашек, видишь? Вот это? И лампочки все включи. И вон еще. Не то не надо. Дом на углу справа. Ты что, здесь? Свои сними, блин. Вон. А, надо, да? Сори. Я забыл. Туалет, как в Таиланде. Туалет тут. В общем, что тут? Детально-то показывать вам. Так, подожди. Давай рассказывай, Сань. А что я рассказываю тебе? Сразу. Слушай, ты звезда, ты 1,5 ляма не набрал, надо, уже 2 почти. Что у тебя интересно есть? Ну, куча таблеток, это понятно. Это без этого нельзя. Да. А, телевизор, ну да. Телевизор — это серьезно. Сколько это инчи получается? Получается 32, да? 32-шечка. Короче, как обычно, это боковое окошко. Оно закрыто, наверное, да? Как оно открывается? Просто. А, просто вверх. Ага. Вот не, ну слышишь, full size, нормально. Фитишка. Да, нормально. Слушай, а кондиционер тут есть? Тут жарко тоже. Врубай кондиционер, потому что жарище. Короче, полный этот, доска сразу резать там. Огурцы, помидоры, раковина. Пользуешься всеми благами или редко? Иногда. Иногда, да? Вода течет, да? О, обалдеть, ребята. Можно руки помыть. Класс. Вот, короче, огонь. Ну что тут, в принципе, как в Вольве, ничего особенного. Но вот этот прикол, конечно, столик поднимается, я думаю. Вот, а так полный китченет. Сел, поел, промонтировал видео. Ну это только, если бы я тут был. Тут surround sound, да? Фу, так жарко. Но...
И получается, что ты делаешь? С телефона туда, с айфона, да? Ага. Бля, кайфово, кайфово. Ну это типа screen mirroring. Я думал, что Samsung может только так. Звук обалденный, surround sound. В принципе, тут завалился. Завалился и кино смотришь вечером, да? Ага. А где вторые? Где еще колонки ставят? Это, да? Да. О, вау. Ну да, прикольно. Как дома. Все, ребят, я только что загрузился, так что мне нужно. Добро пожаловать в кинотеатр, да? Бро, ну ты вообще жир. Классно. Раз. Еще одно жалюзи, еще одно окошко. Все надо выглянуть. Подлежит уничтожение. Ну мы поняли. Все, катрусинки на зал закончен. Вырубай. Так, что тут есть? Это у нас тоже есть. Микровейка. Духовка сразу, да? Дром. Получается, что это сейчас? Склад здесь. Вот, смотри. Сейчас сделаем наидетальнейший просто. Послушай, орёт. Сделай тише пока, он кричит сильно. Что тут интересного? Ложки, вилки, ну, в принципе, все как дома, да. А, эта штука, ты можешь сюда пиццу поставить, пожарить, в принципе, да? Не, ну я тоже потенциально могу установить себе такой микровей. Но я не знаю, если он потянет по ватам, но это реально. Но вот это что такое? Это холодильник такой большой. Так, давайте посмотрим, что здесь... У Саши Якута в холодильнике. Так, ну тут не густо, конечно, бейгалы, сосиски. Да, да, да. А, ну тут ничего, я смотрю, да, ты затарился так серьезно. Бро, ну ты даешь. Ты что, сладости ешь? Мама родная. Ты бросай это дело, нам нельзя трахиста. Хэмчик. Что там внизу? О, вот это хорошее дело. Яйца. Ну ты, короче, готовишь полным ходом здесь, да? Нет, на трекстапе. В основном на трекстапе. Понятно. Так, здесь шматье, шифонеры, ну, да, место побольше, конечно. Посмотри, где? Вот там шкафчики. Место побольше, конечно. О, тут спальная, получается, прибамбасы все. Ну, тут да, тут немерено. Тут как бы полноценный такой сторож. Тут вообще пустой, можно сюда еще запихать кучу всего. О, ну тут нормально тоже, слышно. Я просто, конечно, в этом... Так, печку ты включи. В легком шоке. Тут, получается, приправки там всякие, все дела. Слушайте, ну вот вам, что, хотели увидеть, смотрите. Все, что есть. Печку ты включи. Вот этого трак-драйвера знаменитости. Что, в смысле? Печку ты включи. Как ее включить? Ну, включи, как обычно. Ну, на и что? Зачем? Покажи. А, что, пока все понятно, что печка работает. Смотри. Сейчас накаляется просто, да. Что? А что за, кстати, что это за фирма? Еврокера. О, это какая-то европейская тема, да? Кеньон. Смотри. Или китайская. Не, ну что крутяк, две комфортки, холодец можно варить. Да все, что хочешь. Ну, тут вообще, в принципе, ну, видишь, говорят ребята, что ну это реально здесь надо жить, ты знаешь. Если как бы тебя это устраивает, ну это прикольно. Я не знаю, я бы, как бы, может быть, месяц бы попробовал. Да, что тут еще? Чувак, ну мне попросили детали, да, там пылесос, нормально. Пылесос, все дела. Ну тут установка аудио, сабвуфер стоит, кстати, из-за чего хороший звук, объемный. Вот, все тут вытяжки. Все. Слушай, ну что еще показать? Туалет. Ну душ уже видно, а туалет уже никому не нужен, твой брат, ты уже показывай. Зачем? Туалет вообще не показывают. Мы уже поняли. Подушка. Ну и все, короче. Слушай, а как кровать раскладывается? Покажи, вот так это вон кнопка сбоку. Интересно просто. Нажми кнопку сбоку, нажми. Она на электричестве, что ли? Нет, просто потяни. Внизу. Тут? Выше. Ниже. Вот, потяни. А, окей. Окей, ну да. Подожди, а стол не надо складывать? Не надо. А, стол не раскладывается, он просто сгинается так. Получается, хлопс. Фу, ничего себе, тут ипподром, конечно, нормально. Закатывай. Нормально тут получается. Queen да, size, тут queen вообще. Size, queen size, реально. Да, тут в принципе, если там... ездить с женой, да, там, или еще что-то. Тут можно вообще изи.
жить. Да, полноценно как кемпер, комната. Жалко, знаешь, что еще прикол? Не выдвигаются бока. Вот, знаешь, ты бока. Можно купить. А можно такое, что выдвигаются, да? Да. Вау, класс. Вообще нормально. Чувак, ладно, дай бутылочку водички и валим отсюда. Поехали. Надо в Щавр еще сходить. Ну, тут, как обычно, Вольво я тут показывал. Смотреть нечего. О, блин, я колу не пью. О, не гони, бро, дай водички. Классно, это. О, кстати, это выдвигается штукенция, да? Это же этот DVD-плеер. Получается, у тебя карт нету там? Нет, старый. Жалко. Слушай, а ты видел, как у меня это дело реализовано? Вот сюда iPad ставишь и все. Как бы эта тема с 98-го, понимаешь? То же самое. Ну. Не знаю, как так. Ты DVD смотришь, да? Нет, для музыки нормально. Все, why not? Kenwood, красота. Ну, а так, в принципе, вольвушечка, да, красавица. 5,2 расход у нее с этим трейлером. В общем, видели все это дело. Это что, GPS у тебя такой, да? Не ломай, не ломай, все. Elite PS. Надо все посмотреть, что есть. Может, себе что-то приобретут. А это что такое? Easy PS. Ну, уже все есть так. Ладно. Поедем кушать суши. В общем, вот такая машина. Хороший такой автомобиль. Еще вам полноценный вот такой вот обзор. Конечно, думаю, что лям уже не наберет, но... Блин. Огонь. Огонь машины. Вот еще один кархоллер с нами поедет на суши, да? Поедем, поедем. Погнали.